Виноград памяти Джанеева. Темноягодный сорт винограда. Ягода очень плотная, хрустящая. Правда, есть небольшая кислинка во вкусе. Многие виноградари обижаются, что плохое опыление. Но у нас на участке вот уже сколько лет очень хорошо опыляется. Ягода не очень крупная, ну красивая форма, пальчиковая. Хорошая урожайность, хорошее опыление. Могу подвести размер грозди к руке. Вот, грозди рыхлые, ягода не давится. Виноград не растрескивается. Ну, такой виноград памяти Джанеева.